Весенний праздник заглянул и в Белтелерадиокомпанию. В канун 8 марта наших прекрасных дам встречала рота почетного караула Университета гражданской защиты МЧС. Под звуки нашего симфонического оркестра букет тюльпанов каждой. Хочется пожелать благополучия, любви, женского счастья и по-настоящему достойного окружения. С праздником вас! Огромный трепет, такие приятные эмоции, ну и, конечно, радость. Сюрприз удался, то есть в шоке, радость, улыбки, большая благодарность. Тут такая красота, много музыки, мальчиков красивых и цветов много. Я думаю, что любой женщине будет приятно получить такие поздравления на работе. Отлично, что о нас подумали, как нас удивить, сделать это не банально. Понимала, что какой-то сюрприз будет от Белтелерадиокомпании, от руководства, от наших мужчин. Но цветы и такие красивые парни, это, конечно, придает силы для творчества. Это настоящий сюрприз. Я не ожидала, когда вошла, что такие ребята красивые, с цветами. Во-первых, это наши спасатели, да. Я их, кстати, тоже поздравила с прошедшим праздником, с 23 февраля. Так что очень приятно. Прекрасную половину поздравили и наши мужчины. Кто-то на работу шел сразу с цветами. В милых дамах не только хрупкость и женственность, но и смелость. Это те, кто всегда в информационной боевой готовности отстаивать интересы страны и защищать рубежи. Профессия журналиста ведь не имеет пола. Наши дамы не то, что могут дать фору мужчинам, они заставляют нас быть лучше, каждый день соответствовать этой красоте. Во всяком случае, я говорю про тех женщин, с которыми я каждый день общаюсь, с которыми я работаю. Я понимаю, что это одни из самых лучших женщин Беларуси, потому что они не только безумно красивые, они невероятно умные, трудолюбивые. Пусть у них все будет хорошо. За последние годы сделали наших девушек настолько сильными, но при этом вот сохранили ту женственность, которая есть. И вот эта вот сила, вот эта красота, которая была и проявилась еще больше за последнее время, это то, что нас, мужчин, восхищает. Мне приходится работать и на учениях, и в каких-то других таких спецзаданиях вместе с нашей прекрасной половиной журналистики. И я вам хочу сказать, что многие из них могут даже дать нам, мужчинам, фору. Это действительно такие девушки, которые ничего не боятся. Вы знаете, как у классика, и в горящую избу, и коня на скаку остановят. Талантливые, искренние и нежные. В преддверии праздника все женщины страны получают поздравления, подарки, а главное – море улыбок.